Привет, 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 привет. Сейчас, подождите, девчонки, я отправлю работу. О, Сорока, привет, люблю тебя. Так. Сейчас, подожди. Блин, параллельно работаю. Не обижайтесь. Так, что у вас за вопрос есть? Боишься вирус? Нет, просто я некрасивый, поэтому в маске. Как ты? Официально Марсель, люблю тебя, все хорошо. Ну, есть вопросы интересные? Не совсем не интересный вопрос. Присоединилась. Помахали, помахали. Блин, зачем снимать маску? Маски клево. Смотрите, она именная. Маш, сейчас вернусь. Ромик, привет. Блин, а я тебя не видел ни разу. Таирова. А. Ты свободный парень. Блин, я работаю. Ну что значит свободный? Дверь сделал. Ох, Лёха, Лёха. Здорово, Кирилл. О, Кирилл, брат, люблю тебя. Рома, ответь, Маша пишет из Сергиев Посада. Да, Маш. Да, Кирилл, привет. О, Персик, привет. Кирилл, у меня пока все нормально. Тебя не хватает в Москве, потому что ты, сука, на Сейшелах. Кепку поправь. Поправил, Маш. В смысле, с какой Алены? Не знаю никакой Алены. Такие вопросы вы задаете. О, привет, Ежевика. Так. Кирилл, вас там совсем держит? Короче, у нас, получается, мы заезжаем. Слышь, Кирюх? Мы заезжаем 15-го, начинаем снимать, и, возможно, нас просто закроют на территории завода, потому что карантин будет. Мы будем снимать, находясь там. Не то, что вы там на Сейшелах сидите. Да что ж ты пристала, Маш? А, я вот просто снял маску, натянул кепку. Вот так нормально. Все, там волосни не видно. Так, заебись. Кирилл, 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 Кирилл. Короче, потерял я Кирилл нашего друга Алексея давным-давно. Последний раз мы с тобой только вместе его видели. Снимать будем адскую кухню. Ты ищешь девушку. Кто мне там написал, ты ищешь девушку? Нет, так нечестно. Ну, лайки сыпятся. Короче, когда ты возвращаешься? Будет у вас карантин, когда ты возвращаешься с Сейшел. Привет из Туркменистана. Привет, Туркменистан. Блин, там круто, в Туркменистане. Привет, Кирилл. Кирилл, не знаю, что. Какая-то Вика пишет. Говорят, что курда яд. Вы что, прицепились? Не знаю. Не знаю, что это за Вика. Адская кухня, Линочка, сними маску. Да зачем снимать, я боюсь заболеть от вас. С тобой можно познакомиться поближе, и ближе нельзя, карантин у нас в стране. Да ладно, вы что, серьезно? Как можно вот просто написать человеку, можно с тобой познакомиться поближе, потому что карантин? Короче, я...
Можно бухану с вами вместе? Или нет? Харе трендеть, лайки собирать. Где там Кирилл? DS-075, блядь. Без тебя дела очень плохо, потому что ты слишком далеко. В какую фирму наушники? Серьезно, посоветовать тебе или то, что сейчас на мне? На мне AirPods, но лучшие наушники — это Beyerdynamic DT770. Это если вот прям офигенно, чтобы закрыло, вот ты едешь в них, ты не слышишь метро, и ты от них кайфуешь. О, вот знаете, кто присоединился? Морозов Яков. Знаете, кто это? Это мой любимый Яшка. Мы с ним вместе начинали работать на Доме 2. У него сейчас собственная химчистка на улице Гарибальди. И Якова я очень люблю. Это очень крутой, крутой, клевый парень. Раньше работал на Доме 2 звукооператором. Привет, 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 горящая голова. Настроение цветок. Да, Яш, да, было время. Не, с Аленой, она мне писала, но мы с ней не общаемся. Так, настроение покурить. Расскажи про что? Про Настин проект. Слушайте, у меня есть одна знакомая, меня с ней познакомили, когда я говорил, что... Ребят, блин, найдите мне деваху в Москве с квартиры, я хочу познакомиться. Князь поехал в Грецию приглашать. Да ну нахер. Короче, слушайте, мне, я когда просил познакомьте меня, говорит, девчонка, у которой есть квартира в Москве, я хочу с ней познакомиться. Ну так, шутили. Понятно, что шутили. В общем, у меня у девочки, которая работает продюсером, у нее подружка снимает проект. Они сидят дома во время карантина и танцуют в прямом эфире в реальном времени. Я выложил у себя в сторис, посмотрите. Мне очень понравилось, не знаю, может, вам тоже понравится. Хочу закрыться маской, но так как хочется курить, придется маску открыть. Блять, Кирилл, я тебя тоже люблю. Нравится кто-нибудь или один? Не, вообще никто не нравится. Есть одна, конечно, ростовская женщина. Но ростовские, они все такие жесткие, знаете. Типа, либо ты с ней, либо ты не с ней. Зато у него есть... Блин, сигареты у меня всегда есть. Я обожаю курить. Я люблю этот процесс, именно процесс курения. Не сам никотин, я могу обходиться без никотина очень долго во всех перелетах. А именно мне нравится процесс курения. Взять зипа, заправить ее бензином, поджечь, достать красный Marlboro или Camel. Они не платят за рекламу, ну вот. Ненавижу белые фильтры с дырками внутри. Мне нравится оранжевый фильтр. Кэмэл или Мальборо. Что там Маша пишет? Променял. Маш, не променял. Чего? Вид 998. Что там написала? Никто никуда не прибежал. Подумаешь, лайкнула. Раз вот, вот смотри, я не сделал ничего плохого. Почему бы меня не лайкнуть? Что такого плохого я сделал? Ничего нет и не будет. Просто лайкает человек и все. Все там развели панику. DS-075, Рома, Рома. Дарья, Дарья. Новосибирск, когда приеду. В смысле, пока с Сейшел? У меня с Сейшел только приветы есть, Кирилл. Я выставлю видео, где вся аппаратка кричит: Рома, мы с тобой.
Кто вот это вот этот вот человек? Мусалева и Юля. Мусалева и Люля. Вот не написала бы одно слово, я бы тебе ответил. Зачем так пишешь? Не очень. Все, Кирилл, давай, люблю тебя, пока. Спой звезду. Что, и гитару взять, что ли? Серьезно, хотите, чтобы я взял гитару и спел эту песню? В смысле, с ушами случилось? Это AirPods и маска. Че, спеть вам песню про звезду? Не, с Аленой не общаемся. Она мне написала: «Привет, как дела?» И все. Вы серьезно хотите песню эту слышать? Что? Нет или да? Нет или да? Ну ладно, сейчас достану гитарку. Я только думаю, что самый это тот самый хит или нет. Зачем ты маску надел? Че я зачем я? Зачем ты Ну, маску надел? Маша. Зачем ты маску надел? Господи, начинается. Так, надо мне куда-нибудь выскочить, только чтобы меня никто не слышал с гитарой. Кирюха там что, пропал или нет? Гитару я взял. Блин, ну не взял подставку по телефону. В смысле бухой? Блин, кому не нравится, отсоединяйтесь, правда. Никого не заставляю смотреть и слушать. Давай уже пой. Так, ставлю. Так, слышно? Только я вас не буду видеть.
Может, вам еще что-нибудь спеть? О, Кирилл. Хорошо, что ты не ушел, Кирилл. Я тебя обожаю. Слышно вообще гитару или нет? Скажите, слышно гитару или нет? Там, где клён шумит, над речной волной говорили мы о любви с тобой. Опустил тот клён, в поле бродит мгла, а любовь как сон как сон, а любовь как сон, а любовь как сон стороной прошла. Сердцу очень жаль, что случилось так. Ты любви моей не смогла сберечь, поросло травой место наших встреч, поросло травой, поросло травой. Чему теперь за тобой ходить? Ни к чему теперь мне цветы дарить. Четырем ветрам грусть, печаль отдам. Не вернется вновь это лето к нам. Короче, мне кажется, там тетка не очень, блядь, довольна. Так, давай почитаем. Не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам.
Класс, песня. Какой на остановке? На балконе сижу. Чё, давай, копилочка, ноги выставляй. Не понимаю ничего, чё вы там пишете. Короче, ребята. Люблю вас всех и обожаю. Давай заказываем песню какую-нибудь. Попробую какую-нибудь песню спеть. Если вам, конечно, хочется песен от меня. Карантин, карантин. Чего тебе зарплату платили на доме? Бля, ну конечно платили. Ты думаешь, я пошел бы на дом 2 без зарплат? Ни за что бы не пошел. Королева снежная? А ты такая нежная королева снежная? Блин, так я пытаюсь говорить с вами, вы просто так часто пишете, что я не успеваю прочитать. А ты такая снежная, королева нежная. Я тебе пишу третий раз одно и то же, танцуй. Так, Дарья, без танцев сегодня. Петлюру. Петлюру, знаешь, какую песню я знаю? Петлюру я знаю, платье белое. Хочешь петлюру, платье белое? Плачет девушка в автомате. Блин, давайте, пожалуйста, давайте по очереди. И плачет девушка в автомате знаю, и петлюру тоже знаю. Ну, блин, Кузьмин 5 минут от дома твоего, это жесткая песня. У Кузьмина мне больше нравится. Я не прошу вернуть судьбу тебя ко мне. Я знаю, счастье не проходит дважды. Плыву по ветру, но душа моя в огне. Викусечка моя сладкая, пока-пока-пока-пока, спокойной ночи. А я всего лишь парусник бумажный. Блин, когда я был маленький, песня, которую вы говорите петь, плачет девушка в автомате. Я ее играл раньше. Сейчас попробую вспомнить. Плачет девушка в автомате, путаясь зябкое пальтицо, вся в слезах и в губной помаде. Перепачканное лицо, вся в слезах и в губной помаде. Перепачканное лицо. Дует в худенькие ладошки, в пальцах лед, а в ушах сережки. Ей сегодня идти одной вдоль по улице ледяной. Ей сегодня идти. Ну, как-то так. Да короче, хватит там, блин. Давай песню какую-нибудь споем. Давай что-нибудь душевное. Выйду ночью в поле с конем. Ночью темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю. Там спой, что умеешь. Можно вам одну песню спою я про издалека долго течет река Волга. Во, пока батарейка у меня не села, давай. Гитару слышно? Напишите, гитару слышно. Слышно гитару или нет?
течет река. Волга, Волга, Волга. Течет моя. Среди снегов белых, белый, среди полей спелых, спелых, течет моя Волга. А мне уж 30. Давайте пойдем в комнату. Телефон стоит на зарядку. Сказала мать, бывает все, сынок. Но если ты устанешь от дорог и вновь придешь сюда, в конце пути свои ладони в Волгу опусти. Чего? Твой двухлетний сын тащит с этой музыки класс. Ну? Все, все зрители, больше никто не хочет писать ничего. О, сердечки пошли. Я вас обожаю. Правда, ребят, все, кто меня поддерживает, это настолько приятно. Блин, звезда это не шедевр, звезда это мой хит. Ну, Алена мне написала. Написала: привет, как ты? И я написал: у меня все зашибись, желаю тебе того же. Ой, официал Марсель мне написал: тебя я вообще люблю. И детей твоих приму и готов на тебе жениться. Я люблю, когда ты на гитаре играешь и пьешь или поешь. Блин, ты 9, сука. Я понял. Это днище, это что? Оль, что такое днище? Ну, как-нибудь посимпатичнее сесть. Да пофиг, как выставят. Пофиг, как выставили. Ни о чем не жалею, правда. Все, что есть, все есть у меня. Ой, привет, татарочка из Казани. Свитова. Хорошо, официальный Марсель. Давай не в прямом эфире это обсуждать. Так. Конечно, в Беларусь поеду, как только граница откроет. Сейчас граница закрыта. Доедешь до границы, граница перекрыта. Танцы минус, ночного огня могу спеть. У ночного огня под огромной луной. Блин, у меня есть свой кавер этой песни. Если ты реально хочешь ночного огня. А, давай сделаем. Стойте, стойте, напишите пока, ребят. Надо уже принимать. Написал. У ночного огня под огромной луною я тебя целовал. Под зеленой луною я тебе подарил. У ночного огня подарил тебе, я оставил тебе половинку себе, да-да. Я оставил тебе половинку себя, да-да.
надо. У ночного огня под огромной луной ее темный лес обнимает. На зеленой листвой ее у ночного огня целовал тебя, я целовал тебя, я тебе подарил. Половинку себе, да-да, я тебе подарил половинку себя, мама. Вот так вот. Не видел, чего там писали для этого. Прилетай ко мне в Англию, нифига себе. Простенько, но стильно. Блин, хочется столько песен простенько спеть. Я обожаю Агутина. Я тебя не вижу много дней без видимых причин. Да ладно, любовь моя, 81. Перестань. Короче, слушайте Агутина. У него много клевых песен. У меня карантин вообще не закончился. У нас карантин продолжается в самом разгаре. Петь мне будешь? Блядь, скажи, что тебе спеть. Серьезно, Марсельчик, давай. Диктуй, что спеть. Петлюру. Блин, сейчас, ребятки, я вам петлюру. Стойте, зарядочку воткну. А, может, надо еще это. Сейчас, подождите, быстро я сейчас все сделаю. И вам петлюру спою. Петлюру спою из детства, которую я знал. Знаете, что петлюра был в моем детстве? Короче, комментарии ваши не вижу, но петлюру помню. Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку нежную, на голову фату. А может,